Сколько, говорите, в месяц выходит за квартиру? За эту прекрасную квартиру выходит всего лишь 60 тысяч. Ну, меньше уже вообще некуда. А коммуналка входит в стоимость? Да, конечно. Когда можно заселиться? Можем прямо сейчас, если вам все понравилось. Я сейчас бегу машину с договором, мы его с вами подпишем, все пунктики пройдете и добро пожаловать. Все здорово, я согласен. Все, я прошу прощения, дать телефончик. Алло, да? Стой, подожди, как? Где? Так, подожди, Зарина Анатолий Би. Не надо ничего говорить, я сейчас приеду. Подожди. Что случилось? Зарина только что у меня. Моя девушка, она в аварию попала очень сильно. Можно, пожалуйста, я сейчас ключи оставлю? И если вы не против, утром приедем, все документы с вами заполним, хорошо? Хорошо, хорошо. То есть, ситуация, сами понимаете. Спасибо, держите. До свидания. Я побежал. Да? Быстренько хотел попросить, очень неудобная ситуация. Блин, с собой ни копейки денег нет, а там, говорят, вообще все плохо. Можно у вас, пожалуйста, половину суммы взять, хотя бы 1030? Завтра придем, все остальное подпишем, и, ну, остаток дадите суммы. Вот, хорошо. У вас все равно. Хорошо, конечно. Спасибо. Человек. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Не понял. А ты кто? Какую квартиру? Это моя квартира. А кто тогда? Алло, агентство недвижимости Luxury Flat. Да, Андрей, здравствуйте. Да, помню, вы оплатили 15 тысяч нам. Наши менеджеры работают именно по вашему запросу. Все квартиры будут соответствовать вашему запросу. База у нас актуальна, никаких старых квартир, никаких неподходящих квартир. Я думаю, в течение 5 минут, да, мы вам уже вышлем окончательный вариант, и после этого будем с вами прорабатывать. Да, алло. Андрей. Какой Андрей? А, помню, конечно, был Андрей. Да, мы вам все выслали, как договаривались. Трубку не берут. Квартиру сдали уже? Ну, не повезло, Андрей, не повезло. Вы читали договор? Там написано, что мы предоставляем информационные услуги. За достоверность объявления мы ответственность не несем. Давайте сделаем так. Вы сейчас не будете кричать, а я возьму ручку, бумажку и запишу. Андрей, срочно. Все, Андрей, записал. Всю вашу просьбу выполним в течение часа. Да, хорошо. До связи. Добрый день. Здравствуйте. Почему так долго? Я уже полчаса жду. Ну, слушайте, пробки вообще не моя вина, я очень сильно торопился. Я подъезжаю. Я в пробке минут 7, наверное, буду, максимум. Угу. Короче, не уходите никуда. Мы с вами нигде не виделись? Не думаю. Я бы вас запомнил. Ну, я думаю, вы в курсе про 2000, осмотр. Если можно, заплатить сразу и пойдем глянем квартирку. Я не буду платить. Вы мне не говорили то, что нужно платить. Ну, вы меня тоже правильно поймите. У меня инструкции. Я наемный человек. Я просто должен прийти и заполнить документы и отдать эти 2000. Я не буду платить. Да ладно, чего сразу нервничаете? Вы знаете, квартира, конечно, ваше дело, но квартира шикарная. 4-й этаж, лифт. Прекрасный вид из окна, свежая, после ремонта квартирка. Ну, как бы не мое дело, но я бы вам посоветовал сейчас. Хорошо, посмотрю. Ну, все, сейчас я позвоню хозяйке и поднимемся с вами вместе. Алло, Мария, здравствуйте. Алло, кто это? Вы номером ошиблись. А мы вот подъехали с клиентом посмотреть квартирку, можно, да, подняться сейчас? Молодой человек, какую квартиру вы, видимо, ошиблись номером? Подождите, в смысле вы ее продали? Мария, мы с вами договаривались, я с клиентом стою возле вашего подъезда, что вы делаете? Да о чем мы договаривались, тебе говорю, номером ты ошибся, слышишь? Мария, вы меня очень сильно сейчас подвели, человек приехал, я тоже свое время уделил. В общем, до свидания, спасибо вам большое. Да ты кто такой, слышишь, придурок, ты что? Все, до свидания. Ты что хочешь там?
Слушайте, тут ситуация. Прям, говорит, только что вот подписываем договор и квартиру продали. В смысле? Ну, мы же с вами договорились, то, что я приеду, мы... Я вас понимаю, вы меня тоже поймите, не моя вина абсолютно, как бы. Ну, такие люди, вы слышали весь разговор. Не расстраивайтесь, давайте сделаем так. У меня на самом деле есть квартира, шикарная, такая же, не хуже, даже где-то лучше будет. Для клиента своего постоянного держал, вам готов отдать. Я даже, пойдемте на машине, пойдемте, я вам даже скидочку пробью. Прошу. Что это за фигня? Ну ладно, зато метро недалеко. Транспортная доступность. А как в доме тепло! Смотрите, окна выходят во двор. Зато у нас здесь новая сантехника. Алло? Здравствуйте. Я увидел ваше объявление. Квартира понравилась ваша. Хотел узнать, а почему такая цена дешевая? Добрый день. Сейчас я вам все объясню. Дело в том, что я сейчас... нахожусь и живу в Вене очень давно, у меня здесь бизнес, вот. Ну а квартира осталась с прошлой жизни в Алматы, поэтому хотел ее продать очень быстро, и поэтому цена такая недорогая. А скажите, я вживую могу ее посмотреть? Да, конечно, можете посмотреть вживую, я прилечу и сам лично ее покажу, потому что доступ к квартире имею только я, никому ее не доверяю, ну, сами видели по фотографиям, квартира очень хорошая. Смотрите, я могу прилететь, мне единственное нужно понимать, что вы серьезно относитесь к покупке квартиры, и у вас есть на это какая-то сумма. Смотрите, как мы можем с вами поступить. Вы делаете перевод на свое имя, ну, порядка там хотя бы 2000 долларов, показываете, что у вас эта сумма есть, присылаете мне квитанцию. Я просто вижу вашу квитанцию и вылетаю к вам в Алмату на оформление. То есть я просто должен посмотреть, что у вас такая сумма есть на руках. Ну, все хорошо. Девушка, здравствуйте. Мне перевод получить? Вот данные. Спасибо. Отлично выглядите. Друзья, чтобы не стать жертвами мошенников, на самом деле нужно соблюдать некоторые правила. Не отдавайте деньги до подписания договора. Не покупайтесь на цену, которая гораздо ниже рыночной. Ну и, конечно же, не разглашайте свою конфиденциальную информацию. На какие разводы попадались вы или о каких вы слышали, пишите в комментариях под этим видео. Все сказал? Да. Все, пошли в камеру. Не пойду. Пошли в камеру. Не пойду. Пошли в камеру. Подписывайтесь на наш канал. Обязательно подпишитесь.